Триумфе прошел детско-юношеский турнир Федерации тэквондо ВТФ городского округа Люберцы. В соревнованиях по специальной физической подготовке приняли участие воспитанники спортивной организации, в том числе из адаптивной группы. С участниками и организаторами турнира пообщались мои коллеги. Популяризация спорта и здорового образа жизни. Такую цель носит детско-юношеский турнир, который собрал на одной площадке около 350 юных спортсменов, их родителей и тренеров. Раз в год Федерация тэквондо ВТФ городского округа Люберцы проводит для своих воспитанников такой праздник спорта. Активно развивается этот вид спорта, дает возможность детям приобщаться к спорту. Вот дети и мальчики, и девочки, как видите, занимаются. Этот спорт сейчас набирает обороты. Набирает популярность и новое направление – тэквондо для детей с особенностями развития. В адаптивной группе сегодня занимаются около 50 спортсменов. 15 участвовали в этом турнире. Учат, как правильно веса правильно держать, как защищаться. Но мне один раз без медали был, но я занял первое место. Я еще раз первое место занял. Потом я занял второе. Год назад, то есть февраль прошлого года, открылась секция адаптивного тэквондо для детей с особенностями развития и привели для поддержки физического развития. То есть если он раньше боялся всяких мелочей, то тут он стал как бы посмелее, больше лазить, больше прочего. То есть как бы, как обычные дети. Они социализировались, то есть, да, у них прогресс пошли. То есть они уже стали выполнять какие-то более сложные задачи. То есть не только в жизни, но и, во-первых, в спорте. Это дает им большой скачок, большой плюс. Всего Федерации тэквондо ВТФ городского округа Люберцы занимаются около 1000 спортсменов. В апреле запланирован крупный турнир РФСО «Спартак» по этому виду спорта. Ожидается, что в нем примут участие более 600 детей и взрослых. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.